У Барановичах подвели выники областного конкурса «Лепшая установа профессийной адукации» в 2012-2013 научальном годе. Первое место не присуджалось, але назвали «Лепшую установу», ее и стал Барановицкий державный колледж сферы обслуговывания. Четвертый год запар Барановицкий колледж сферы обслуговывания становится переможцем областного конкурса «Лепшая установа профессийной адукации». Головный приз – гран-при, сертификат на 200 миллионов рублей, которые пойдут на обновление материально-технической базы установы. Штогодовые перемоги помогают худше и легче отримливать новые, раскрывают секрет успеха у колледжа. Например, этот лингофонный кабинет набыты на сроки, отриманные за минулогоднее первое место в областном конкурсе. Коллектив постоянно работает над развитием своих поставленных целей, над выполнением задач. В частности, мы ежегодно увеличиваем количество учащихся, поступающих в наше учреждение, развиваем профессии, специальности, по которым ведется прием. В этом году мы снова открываем прием по новым специальностям. И так ежегодно наши учащиеся достаточное количество выпускаются с дипломами красного образца, то есть с отличием. Штогод Барановицкий колледж сферы обслуговывания выконывает план по набору навученцев. Штогод працаўладковывает у всех своих выпускников, а каждый шостый становится студентом ВНУ. В конкурсе удельничали все профессийно-техничные навучальные установы в области. Их деятельность оценивали по целым широгу критериев. На областной коллегии было отзначено, работу по интеграции навучальных установ у экономику в области необходимо протягивать. Мы ежегодно проводим мониторинг того, как используются дальше молодые специалисты. И если распределение идет менее 80% не трудоустраиваться по данной специальности, то мы или сокращаем, или вообще закрываем подготовку по данной специальности. Алина Громадская, Алиса Григорчук, Юрий Титов, областные новини, Барановичи.